Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше собирать свой броневик апокалипсиса ВАП от фирмы Хеллер. Извиняюсь, что так давно не было видео. Немного приболел и не мог заниматься видеосъемками. Вот. Но сейчас покажу вам, что я сделал. Все собрано на сухую. Ну, начнем по порядку. Пулемет взял от фирмы Dragon. В наборе с броневиком, с полугусеничным, было два литника с пулеметами, с инструментом. Оттуда я повзаимствовал пулеметы. Антенну взял от автомобиля Tiger Mank. ЗСУ, точнее ЗУ, зенитную установку тоже использую фирмы Mank. Навесной шанец, канистру взял от фирмы Tamiya. Набор с американским скарбом. Я думаю, здесь он будет не лишним. Инструменты шансовые, топор и лопата, тоже фирмы Dragon. Использовал поручни, защиту глушителя, использовал фототравление, которое остается после разных сборок. Петли и ручки делал из разных диаметров проволоки. Поставил резину Белшина, но пришлось изрядно потрудиться, чтобы ее установить, и использовал прутки, такие вот прутки разных диаметров выпускает фирма Tamiya. Очень хорошая вещь, если вы занимаетесь или хотите заняться какими-либо перепилами. Немножко пришлось порассверливать, попеределывать ходовую часть. Конечно, немного сделано примитивно, но я смог поставить более интересные колеса на данную модель. С кусочков фототравления имитировал крепление под огнетушитель. Посмотрел много фотографий данного броневика. И даже сейчас, где-либо в боевых действиях, очень часто они попадаются вообще без шансового инструмента и без огнетушителей. Или их снимают, убирают внутрь. Не знаю, чем это сказано, но мне понравилось тоже больше без огнетушителя, а с такой вот имитацией, с креплениями. Броневик собрал, подготовил полностью под покраску. Решил лобовые стекла одно закрыть бронещитком, второе вырезал и поставил сетку. Я думаю, более интересно будет смотреться. В процессе, может быть, еще что-нибудь добавлю на него. А может, больше и не буду его перегружать. На мой взгляд, и так довольно интересно броневик смотрится. Ну, если есть, может, какие-нибудь советы или интересные варианты, можете подсказать.
Пока что определяюсь еще с покраской, но, наверное, буду делать ломаный камуфляж трехцветный. Ну вот, друзья, на этом буду заканчивать это видео. Как видите, я что-то делал, что-то собирал, но не мог это отснять, так как болел. На этом буду заканчивать это видео, друзья. Следующее видео уже будет по покраске. Спасибо вам, всех благ вам и вашим близким.